Или, блядь, его забанят. Еще раз не на голову заберешься. И что ты сделаешь? Жестко отлижешь жопу или что? Ебалом к стене нахуй. Ебалом к стене нахуй. Ну окей, раз. Давай, давай. Ты очень страшный, я тебя очень сильно боюсь. А ты вообще... 30 канапл. 10? Сколько? 30 канапл. Хорошо, сейчас тебе дурачку скину. Лови, дебил. Съебался отсюда. Сам съебался отсюда. Съебался отсюда. Все, я съебался отсюда. Давай. Ого. Сосать, уродец. Где катану взять? Жрет. Где катану взять? Насосать. В тулпасе. Я сегодня не такой агрессивный. На нее за 25 возьмешь. У меня просто... Не, вот... я на нее деньги потратил. Ну, слушай, ну тут как бы... Тебе. У меня тут как бы, я считаю, есть. Просто, блядь, просто как бы уже, блядь, выебываешься, я считаю. И иди-ка ты побыстрее, пока я тебе голову не разнес. Могу дать просто you сразу. А, ок. А, окей. Где уже тебе принес? Друже, ты чей будешь? Кого? Давай ебалом в пол, пожалуйста. Давай, долбоёб. Да, я, давай. Пожалуй, пойду, да, погуляю. Да, давай. Так, а это самое, сколько у тебя денег? Отвечай мне сейчас. Возьми и посмотри. А можно попросить аптечку? Хорошо, давай 20 тысяч на пол. Бля, я... уйди. У меня аптечку, аптечка есть? Уйди. Один вопрос. Я не, уйду, у меня аптечка нужна, я упал, нахуй. Бля. Сейчас закину. Давай. Давай быстрее. Вот я и скинул свои 20к, но кто же, ребята, знал, что они упадут конкретно туда? А единственное, что мне говорили во время ограбления, это сидеть мордой в пол, а потом просто скинуть бабки. В каком положении скидывать, что делать, никто ничего не уточнял. Ну, вот я и подошел и закинул деньгу на этот трансформатор, а они взяли и упали. Артур, а что такое? Почему ты так сильно акцентируешь внимание на том, куда ты скинул эти деньги и в каком положении ты это делал? А это вы, ребята, узнаете потом, потому что сейчас меня за это убьют. Бьют, но ролик все равно выйдет. Давай. Отлично. А деньги-то я тебе скинул, долбоеб. Да ну его нахуй. Не, это надо самому разобрать. Уже 2 нарушения есть. Я деньги скинул. На демке это все есть. Все прекрасно запечатлено. Они нет, сюда упали, но их уже кто-то взял. Блядь, либо кто-то вот сказал, это они лежат. Чего ты хочешь? Мне интересно. Мне больше интересует, почему ты разбираешь жалобу сам, когда ты был участником данной ситуации. Бан вести ИЭМ нижнее подчеркивание 0-0. На НРП и РДМ я не пойму, там что, реально в часах бан выдается за один килл? Фига себе. Что случилось? Я не помню данную форму, ты разбираешь свою же жалобу. Ёршик, он может разбирать свой... Куда это? Получается, ты деньги получил на ограбление и все равно убил меня. Я деньги не видел, когда подошел. Но я их скинул. То, что ты их не нашел, это уже не моя проблема. Их не видел, я могу показать демонстрацию экрана. Между трансформаторами лежали. Когда я подошел, очень интересно. Ты стоишь здесь, вот получается, с моей стороны. Я жду деньги именно с этой стороны, либо на трансформаторе. А ты их как-то туда закинул. И при этом ты сразу убегаешь, и я как бы не вижу. Скинул, ну да, деньги я деньги отдал скинул. И убежал. Я же не хочу именно там вот участвовать. Я увидел, что ты не скинул, и ты убегаешь просто. Даже я, когда потом подошел на эту крышу к нему обратно, спросил тебя, что убил, нет. А, мы еле нашли эти деньги.
То, ну, то есть нашли все равно. Ну, то есть нашли. Ну, а ты ну, вот, дал все, на деньги. Все, да, нашли, ты сказал. Место, я не все, ты сказал, нашли, уйди отсюда. Че? Но я не видел деньги, когда именно я тебя убил. Ну, ты получил бабки, грубо говоря, их тебе скинули. Ты сказал скинуть, скинули. Я выполнил условия, выполнил. Ты убил. Так нельзя. Когда я осмотрел, скинул ты деньги или нет, я не видел денег. Поэтому я начал по тебе стрелять. Надо было лучше искать. Лучше искать в момент, когда ты уже уходишь, а я, возможно, даже не получил деньги. У меня был вариант только начать стрелять по тебе за невыполнение это приказа. Это твои проблемы. Ты мог сказать о том, чтобы ты, ну, к примеру, стоял, нет, пока не я не посмотрю, проблемы. Скинул ты или нет. И на самом деле, ребята, это действительно так. Можно было просто сказать, оставайся здесь, пока я не подберу эти деньги, а потом улепетывай отсюда на все четыре стороны. Здесь такой сервак, понимаете, то, что нужно постоянно что-то уточнять, когда ты что-то требуешь от человека, вплоть до того, в каком ему положении оказывается нужно находиться, когда он скидывает деньги. Это вы потом увидите сами. Ладно, на самом деле это все бред ебаный и полная хуетень, просто потому что это душнилово на ровном месте, учитывая то, на каком серваке мы с вами сегодня играем. А на каком на таком? А вы посмотрите на профессии, вы посмотрите на донат, который там есть, и на правила, которые выкуплены кем-то персонально. Пока одни люди спокойно пытаются более-менее отыгрывать в рамках своей профы, другие же какие-то профессии делают абсолютно ёбнутые, у которых нету либо одного правила, либо нескольких, либо какое-то расширено. А обычный игрок затерпит и будет подстраиваться под эти донатные расширения и будет просто бегать по серваку и терпеть. А терпеть конкретно что? Хуёвое, наихуёвейшее к себе отношение от челиков, которые заплатили буквально за какой-то ебучий пиксель на Dark RP сервере и теперь считают себя богами. Одному можно нарушать одно правило, другому четвертое, пятое, десятое и так далее. Ну, хорошо, если вы можете без наказания нарушать одно правило, то вы улетите у меня за другое. В такие моменты я думаю, как же хорошо, что я играю на РП режиме, потому что тут можно отыграть своего персонажа как тебе угодно. Ну, например, испуганный персонаж. Я в панике достал эти 20к и уронил их туда, а дальше доставай как хочешь. И нет, ребята, это не подводка к интеграции, я просто хотел ёмко объяснить свою мотивацию, почему я веду себя как ебаная скотина на серваках, где есть какие-то ограничения, которые снимаются за какую-то сумму денег. Ну, в общем, короче, да, банься, я тебе форму кидал. Сейчас. Банности и ем. Мне нужна коробку лицензии на мастурбацию. Коробка лицензии. Спасибо. А за это даже платить не нужно было. Прикинь, лицензию на мастурбацию дали. Бесплатно. 10 штук. Это мой мопед, Ижак, 300 кубов. А Ижак кто, владелец или мопед? Вы где-то были. Да не, они в подземке. Они в подземке. Землетрясение. Оба лицом к стене, оба-оба, раз. Оба лицом к стене, два. 20 тысяч на пол. Чё тебе надо? У меня нету столько. Окей, есть, пиздишь, скидывай двадцатку. Окей. Зашел туда. Все, доволен? Зашел. Все, пошел нахер. Долбоеб. Дальше я подаю жалобу на этого челика, который сейчас убегает у вас на глазах и нарушает тем самым НЛР, потому что только что я его бахнул на этом же месте. На жалобе я понимаю, то, что это просто какой-то ребенок, который недавно зашел на этот режим и толком не знает ничего, даже правил. Он даже не знает, что такое правило. Но ведь он же нарушил правила, а ты обычно всех нарушителей банишь, почему сейчас не так? Ну, во-первых, не всех, и во-вторых, на жалобе всегда есть выбор отпустить человека просто так, откупиться дать ему, или же просто забанить. Ну вот я и выбрал дать ему откупиться за чисто символические 500 валюты. Не 500 тысяч, а просто 5 и 2 ноля. Я это к тому все говорю, что нужно просто видеть разницу между теми, кого вы пытаетесь забанить. Если первый это вот этот вот божий одуванчик у вас на экранах, он наиграл около 10, ну хорошо, даже 15 часов, но он просто даже не знает, что он сделал, не осознает этого, это ребенок. Он еще даже не прикатался к этому режиму, понимаете? Он еще не знает, что к чему, не в курсе нюансов дырявых правил, которые есть на каждом втором серваке на Dark RP. Или вы что, не нарушали правила? Я нарушал правила. Я самый свой первый бан получил за РДМ, думая, что можно, как и в жизни, пойти бить всех кулаками, но оказывается нет. Ну так вот, ребята, со мной выходит на связь наборный администратор, которому дошел тикет на меня от того челика, который улетел за нон-РП и РДМ. Ну тот самый неудачный грабитель, который немного не досмотрел и решил меня заебашить, почем зря, и улетел на 40 минут. Он, естественно, этим всем недоволен, и он хочет, чтобы меня наказали. Здравствуйте, на вас жалоба получается. За чё? Чё я сделал?
Ну, смотрите, на вас... Ой, даже не жалобы, извиняюсь. Тикет, смотрите, за ADM-1.16 и ADM-1.0. 1.0? ADM? А что это? Необоснованная выдача наказания. Наныл, видимо. Ну и что дальше? Чего еще раз? Ну, наныл он. Дальше что? В смысле наплакал? Почему? Он подал тикет, почему он наплакал? Бред какой-то написал 100%. Забанили просто так, разбирает свою жалобу. Ну и что ты, разве не бред? Он написал тикет на ADM1.0 и на ADM1.16. Ну, я говорю, наплакал. Для меня это наплакал просто. Ну, это для вас. Смотрите, в чем прикол. А за что вы его забанили? Почему он RP и RDM? Потому что он нарушил эти правила. Так вы же сами не правы в данной ситуации. В чем? Расскажи, в чем, мне интересно. Смотрите, когда вас попросили скинуть деньги, вот, давайте сейчас. Вот тут стоят две вот такие вот штучечки. Квадратика, да? Вот ну эти, да. Вентиляция, вон, вот та. Вот стоят. Вас попросили скинуть деньги, когда вас грабили. Вы стояли вот тут, такие, да-да, сейчас скину, и подходите к этой штуке, в нее прям встаете вот так вот, лицом кидаете. Ага. И то есть деньги, как сказать, они застряли между вот этой штукой, когда вы их скинули туда, и он подходит такой, и между вот этой штукой ничего нету денег. И то есть тем самым денег не было, за это он вас и убил. Потому что вы начали убегать после этого. Так. Ну, я деньги скинул, ну, как он и сказал. Я выполнил условия его. И все. Больше условий не было. Так вы, когда вас грабили, он сказали, морда полу, говорит, да, сейчас скину и встаете в эту штуку. То есть вы начали сами двигаться, по сути, когда у нас едино оружие, вы начали сами дальше двигаться, так еще и скинули деньги в эту штуку. Ну, двигаться, да. Он мне не запрещал двигаться. Но чтобы деньги достать, тоже ж двигаться надо. Логично. Ну, то есть смотри, он руководил так. Мордой в пол. Я сел мордой в пол. Он говорит, давай 20к на пол. Я, получается, туда подошел. Думал, туда положить. Ну, упали туда. Что я сделал? Я деньги скинул. Ну, и тем самым так ситуация превращается в то, что вы их сами туда закинули. Не, вы закинули их между, я не намеренно туда закинул, понимаешь? Я туда не намеренно закинул. Я что, баскетболист какой-то туда специально попасть? Я положил просто деньги. Не, смотрите. Вот, да, смотрите. Вы не специально туда деньги закинули, но он-то их тоже не увидел в том-то момент. Ну, я понимаю, но смотреть надо лучше, надо командовать лучше, когда у тебя оружие. Он мог спокойно сказать, стой здесь, пока я не увижу, не достану деньги, ты никуда не уходишь. И я просто остался. Смотрите, просто вы начали двигаться, когда вам сказали мордой в пол уже. Естественно, мне двигаться в любом случае придется, он особо против этого не был. Ну, вы подошли туда, я скину деньги, и у вас получится так, что вы друг друга, как сказать, вы скинули деньги, они у вас забагались в эту штуку, а он и не увидел, и вы его еще телепортируете, ебаньте. То есть между вами произошло, как бы сказать, недоразумение, которое, да, по сути... Да нету недоразумения, подожди, он меня грабит, я ему скидываю деньги, ухожу, он их не находит сначала между двумя трансформаторами, убивает меня, а потом, видимо, находит их. И это, кстати, подтвердил другой человек. То, что он не досмотрел, не доиграл, смотрите, как нужно было, это не моя проблема. Я сделал все, что надо. Мне сказали, мордой в пол. Потом мне сказали, 20к на пол. Мне дальше не сказали, куда-то не двигаться, куда-то не подходить. Я пошел, поставил деньги, они упали туда. Все. Ладно, давайте так, смотрите. Вам не сказали деньги ставить на эту штуку, раз вы настолько. И, во-вторых, вам сказали мордой в пол, а вы такие встаете, такие, да-да, сейчас скину и подходите в эту штуку. По сути, когда вы ставите мордой в пол, вы дальше будете двигаться или подходить к чему-то? Какие-то нелогичные тогда действия у вас. Если вам сказали мордой в пол, вами командовали, как вы говорите, но вы подошли и определенно деньги скинули туда как-то. Подошли к этой штуке и скинули так, что они забагались между первым и второй, и их умудрился вообще еле достать другой человек. А да, начало. Даже их оттуда, увидел, если постараться, давай попробуем достать, смотри. Ну вот, поднеси меня туда, поднеси. Так я же вам сказал, человек, ель другой человек, еле достал их оттуда. Что еле достал? Ну, подожди. Это Entity. Entity что можно взять? Физганом, ой, гравити ганом. Нажал ПКМ, навелся, все, вот ты и достал предмет. Что там доставать его? Я не могу понять, что он утрирует. Просто у тебя, я не пойму, претензия к тому, что я, когда сказали мордой в пол, двинул мышкой, подошел куда-то и все равно выполнил требования. Ну так, мне сначала сказали мордой в пол, потом сказали просто скину 20к. Как конкретно, в каком положении, куда смотреть при этом, мне никто ничего не сказал. Мне просто сказали скин 20к. А это вот он должен был обозначивать, да. Он должен был обозначить. А давно это так, что человек должен, когда вас грабят и сказали вам мордой в пол, сидеть или лежать, да?
Вы должны вам обозначивать, что вы должны именно куда-то подходить, когда вам сказали на пол скинуть. То есть вы не побоялись, что у него есть оружие, и по сути любое ваше действие... В смысле не побоялся? Побоялся. Я, по-моему, тогда, если бы не боялся, деньги бы не скинул. Просто интересно. Он меня грабит. Хорошо. Он говорит, скинуть такую-то, такую-то сумму. Я ее скидываю. Он не говорил, куда ее конкретно, если не ошибаюсь. Он просто сказал, грубо говоря, 20к скидывай. Я скинул 20к и пошел дальше. Потому что о чем мне с ним дальше стоять? Зачем? Я скинул 20к, он их не поискал толком. Он начал по мне стрелять. Потом они их нашли, и все. И все. Но что было, то ну, произошло, ты это никак не отмотаешь назад, он нарушил. Но он РП, он убил человека после того, как тот выполнил его указания. И нарушил РДМ тем самым. Причем он это делал при свидетеле каком-то левом челике. А то, что я пошел куда-то на 2 метра от места, где мне сказали мордой в пол, кто-то против разве этого был? Ну, если бы он сказал обратно отойти, сесть так же, я бы отошел бы, досел. Вы должны это сами понимать. У вас так получится, что у вас фри РП будет. А еще у вас есть сам разбор своей жалобы. А то есть один. Подожди, но никто не жаловался ни на фри РП, во-первых. И во-вторых, смотрите, я сделал то, что мне говорят, самое основное. Я скинул бабки, которые мне надо было скинуть. Смотрите, вам сейчас я не говорю за ваши деньги. За ваши деньги. Начнем с того, что да, ситуация в той возможности права, но смотрите, при просмотре демонстрации ФРРП у вас, то, что вы начали двигаться, это с вашей стороны то, что если вам сказать, может, полу должны придерживаться, это вам не должны прям распинать, куда вы должны подойти и куда скинуть. Если вам, они бы хотели вам сказать, куда подойти, куда скинуть, вам бы сказали при ограблении. Но этого не было, то есть вы должны соблюдать то, что вам уже сказали. Дополнительные условия нет, ну подожди, не нет, должны были сказать конкретно. В смысле, почему это? Где, при каком ограблении вы видели, что делают дополнительные условия, когда грабят? Когда грабят, говорят, вот, например, возьмем то же самое гетто, только из реальной жизни, как подбегает чувак, там стоит, и он ставит лицом всем, говорит, на пол бабки кидай, просто, и все. Он скидывает бабки все, которые выворачивают карман, выворачивает, стоит при этом на месте, никуда не двигаясь. Никаких дополнительных условий не говорят. Вам да, прям все, слушай, двигаются как вкопанные при этом, да. Никто мышкой не вертит, никто не нажимает вправо-влево, отойти вот так вот на пару шагов, потом не становится, чтобы в C-меню зайти. Но ты сказочник, конечно. Ты, конечно, интересный человек. То есть у тебя тут такое, по твоему представлению, РП интересное, что все буквально соблюдают фир-РП таким образом, что достал ты оружие, сказал человеку не двигаться, и вот он вот в таком же положении, как ты, замирает и больше ничего не делает. Ну, смотрите, он сказал вам мордой в пол. То есть вы когда вот так вот сели... Так я и сделал мордой в пол, я сел, да. Так я сел, да. Он потом мне сказал, типа, скинь. Но мне, по-твоему, вот мне сидеть вот это... Подожди, несколько клавиш зажимать, присесть... C-меню открыть, ему сказать то, что да, я сейчас скину. Нахрена оно мне нужно? Я встану, я скажу, сейчас скину, подойду, положу деньги и все. К чему ты докапываешься? Ну, тем самым нарушите фир-РП. Какое нахрен фир-РП, вот объясни. Какое? Ну, такое, то, что если вам сказали мордой пол, скинь 20 канапов... Ну, мне это, в принципе, неудобно, ты понимаешь? Есть... Нет, я просто встану и положу деньги. Я сделаю то, что от меня требует человек. Смотрите, то, что с вашей стороны вам это неудобно, это не освобождает вас. Да, да, только прикол в том, что самым... он этим не возмущен нисколько был. Он сказал, окей, давай скидывай только побыстрее, и все. Он не сказал мне обратно отойти и сесть, если рассуждать от той демки, что ты посмотрел. Он там ни разу не сказал о том, что нет, ты должен подойти обратно сюда, сесть, открыть тут C-меню и скинуть мне 20 тысяч. Он это ничего не обозначил. Так и тем, понимаете, вы сами для себя ставите какие-то дополнительные условия, чтобы вам грабитель что-то сказал. Я условия никакие не ставлю, я только делаю, исходя из того, что мне сказали. Мне сказали сесть мордой в пол, я так сел. Мне сказали потом скинуть вам просто сказали, деньги, я встал и скинул, все. Так у вас это не отменяло то, что вы должны куда-то были отойти. А мне больше никто ничего не говорил, понимаешь? Он не был недоволен тем, то, что я встал, подошел и положил деньги. Он был недоволен только тогда, когда я уже ушел, и он деньги эти не нашел. Ну а чья это проблема? То, что он не может глаза разуть, посмотреть, куда они это упали. Глаза разуть вам, если вот как мы сейчас говорим об этом, то вам сказали, вот еще раз говорю, вам сказали мордой в пол и 20к на пол. Вам не давали дополнительных указаний, если вы выполняете указания, вам не давали дополнительных указаний, кстати, куда-то пойти. Но мне тем более никто ничего не запрещал, там, встать, к примеру, мне никто не запрещал. Ну, в смысле, мне...
Мне не запрещали встать после этого. Я сказал, сейчас я скину, подожди. Он говорит, хорошо, давай скидывай быстрее. Ты демку пересмотри, чем ты ее смотришь. После того, как он меня, получается, убил, не было подано ни одной жалобы. То есть для него эта ситуация абсолютно нормальная была. До тех пор, пока я его просто не наказал за то, что он сделал. Для него это все было окей. А сейчас ты пытаешься оправдать и выдумать какие-то дополнительные условия, которые не были озвучены во время того ограбления, чтобы просто, чтобы он не один получал наказание. Душновато как-то, вы, наверное, сейчас подумаете, но на самом деле не особо, потому что это классическая, даже скажем, рядовая ситуация для Dark RP, когда так называемая наборка пытается обелить какого-то долбоеба, который получил по делам. Помните, я говорил вам, что на этом серваке, даже несмотря на правила, которые запрещают душнилова, тут все равно оно процветает. Цветает, потому что видите, чем занимается наборка? Она пытается заебать меня тем, что у меня якобы какой-то там выдуманный им же ФиррРП. Почему выдуманный им же? Потому что он начинает интерпретировать его по-своему абсолютно. И в этом вы сейчас убедитесь. Я якобы, ребята, неправильно отыграл ФиррРП. Что вообще такое ФиррРП? Это правило страха, и ты его, походу, просто либо отыгрываешь, либо не отыгрываешь. Когда ты его отыгрываешь, ты подчиняешься требованиям человека, которые он выставляет, и потом делаешь то, что ему нужно. И затем все, РПшка закончена, ФиррРП ты свое отыграл. А что насчет негласных условий ФиррРП, о которых он говорит? Я лично для себя за всех говорить не буду, выделяю такие. Первое, это лимит ФиррРП. Он либо расширенный, либо его вовсе нету, как у того долбоеба, за которого впрягается этот наборный. Второй нюанс, это интуитивно понятное при отыгрывании ФиррРП. Тебе нельзя убегать, тебе нельзя доставать оружие, если у тебя не расширенный ФиррРП, если у тебя не отключенный ФиррРП, а как у всех игроков. Тебе нужно подчиняться правилам. И вот если ты допускаешь ошибку в этом моменте, то ты нарушил ФиррРП, ты его не отыграл. Что ему надо было в самом начале? 20к. Ради этого он решился на всю эту авантюру. И ради этого он начал угрожать мне оружием. Я эти 20к скинул, он их не нашел, не подобрал. Но по факту он их, грубо говоря, получил. Ему просто нужно было их поднять с земли. Но он вместо этого решил меня убить. Я свое правило отыграл, он свое нет. Просто смотрите, вот исходя из ситуации на крыше, у вас все равно же не починили, и у нас как, вы деньги даже если скинули, но вы подошли перед этим, хотя вы сидели на полу. Я просто не понимаю, почему у него есть нарушение, например, когда вы сами неправильно подчинились и неправильно выполнили его приказ. Неправильно подчинились? Ты что, издеваешься? Как это можно неправильно подчиниться? Кто-то это отметил тогда, когда я это делал? Нет. Ну скажи мне тогда, друг мой, ты берешь, тебе говорят, мордой в пол, говорят, 20к на пол, ты встаешь такой, типа, говоришь, что тебе неудобно, да-да, сейчас скину, и что дальше? Подходишь, упираешься в этот кондюр. Итог какой, я деньги эти скинул, сюда, деньги скинул. Падают за кондюр. Но я что, виноват, что они упали, так деньгам тогда претензии кидай. Так это к вам как раз и претензии, что вы прям туда подошли и... Я что, знал, что они упадут туда? Нет, я просто встал, положил туда. Ну а человек... А как человек должен был понять то, что вы скинули, когда вы скинули, начали резко убежать? Он подходит, денег нету ни между, ни на этой штуке, ни рядом. Они упали именно между, он нас за это и убил. То есть вы сами создали данную ситуацию. А то, что я там как-то неправильно или же правильно подчинился, что-то я не вижу в правилах об этом никакого упоминания. Это ты уже сам придумываешь. А что, можно с ранга куратор наборного придумывать правила? Или... А какое я правило, интересно, придумываю? Ну ты как-то говоришь, что я правильно, неправильно подчинился или что-то такое. Ну, смотрите, вас попросили скинуть деньги на пол, сколько сказать, 20к на пол. Слушай, просто в нормальной обычной жалобе, ну, всем было бы похеру, кто куда скинул деньги, важен сам факт того, что ты скидываешь деньги, выполняешь условия. Мне сказали сесть, я сел, мне сказали деньги скинуть, я скинул. Ты что-то уже придумываешь такое, что лишь бы забанить. Ну, вы же тем самым нарушили правила ФиррРП, то есть, если вам сказали на пол, морда и пол и скинуть именно под себя, а вы начали двигаться, то есть вы сами нарушили правила ФиррРП? Я в правиле ФиррРП вижу только упоминание, что если я под оружием чьим-то нахожусь, я не могу совершать резкие движения. А прям резких движений, ну, я не делал. Вот. Я делал только то, что, грубо говоря, одобряет человек, который меня грабит. А то, что я встал и подошел куда-то, это одобрил, видимо, раз ничего против не сказал. Ему важно было, чтобы я деньги скинул. Поэтому то, что ты придумываешь, ну это бред какой-то уж, извини. Так если на тебя уже наведена пушка, как да, ты можешь что-то вообще наведена. Делать? Я что, убежал куда-то? Страха? Ну, я убежал куда-то или что? Или оружие ну, в ответ достал? Ты,
Ну как бы ты встал с морды в пол, встал в положение и подошел к этой штуке, как минимум. И что? Под наведенной пушкой. Человек этим был недоволен или как? Я же говорю, ты, ну, в смысле, ты демку посмотрел, ты сам говорил о том, что ты демку глянул. На демке, ну, скорее всего, не было видно недовольства и не слышно его было. Вот, с какого хуя ты встал, ну-ка сел обратно, делал то, что я тебе говорю, что? Либо убью. Он деньги не нашел, убил меня. А что мы имеем по итогу? Меня ограбили, у меня 20к этих нет. То есть я их скинул. Человек их еще сначала не нашел. Он сначала толком не обозначил, что мне можно, что нельзя делать. Я просто базовое понимаю, что я могу делать и что не могу. Ну, то есть я не могу убежать, я не могу достать оружие, я не могу не скинуть эти деньги, если они у меня. Я все это соблюдал. А ты мне говоришь, что у меня ФРРП как-то неправильно отыграно. Есть, тут нету такой границы, типа правильно, неправильно отыграно. Ты либо отыгрываешь его и делаешь то, что тебе говорят, либо, к примеру, не отыграл, когда ты деньги скинул и тут же оружие, к примеру, достал. Вот это не отыграл. Правильного, неправильного ФРРП нету. Не придумывай. Может, ты, не знаю, докопаешься до того, что у меня деньги туда упали, и обыграешь это то, что я туда сам руку просунул, не отыграв это в roll me. Может, еще что-то такое придумаешь? Вот мне интересно просто. Да, секундочку, я тогда уточню. А что уточнять? Ты куратор или кто? Ты же с этим взялся? Я уточню у... Ну, у кого? Ты взялся за это разбираться. Ты не можешь с этим разобраться? С обычным якобы ФРРП, о котором ты говоришь? Зачем ты тогда взял разбирать? Нет, а почему я не могу посоветоваться со старшими? Пожалуйста, можешь, я тебе не запрещаю. Че бы я тебе запрещал? Я обычный модер. Ну так, а зачем вы мне сейчас пытаетесь указывать? Я тебе не указываю. Я сейчас уточню. У команды проекта. А ну-ка быстро выключи купили компьютер. Вы правила исключения. Выключи компьютер, я тебе говорю. Выключи компьютер быстро. Он просто в холоду написал, что типа ебать, если сейчас меня забанят, то весь материал, типа, все капец. Вообще, блин, нечестно. Что, ебать, болеешь совсем? Кому я что писал? Ижон, кто выиграл? Красавчик, мы тебя Ижон, кто Ижон, выиграл? Мы тебя любим. Кто выиграл? Для поддержания легенды, любим, вот. Я покупал правила саморазбора на вас один, но не пали. Мой аккаунт. Все. Блин. Хэштег свобода пижону. Хэштег пижон прав. Давай, мы команда 228. Давай, Андрей, мы с ноги ебало чаем. Это консилиум собрался... По тому, как меня в бан откинуть или что? Какие же доброжелательные игроки? А если я бомж, я могу иметь при себе АК-47? Нет, не можешь, убери. И монтировку. Монтировку, да, АК нет. Ну, жалко. А если он игрушечный? Он не стреляет? Да, не стреляет. Но я бы убрал на твоем месте, это нельзя делать. Не стрельнул, Ми. Но ты не стрельнул, а автомат. Ты, естественно, стрелять не можешь. В нем даже нет патронов. Нельзя тебе такое делать и носить. Ну, потому что... Давайте просто инфу такую раскину. Нажми F4, внизу иконка правил. Нажми туда, открой, почитай. Там все прописано. Телефоны не работают. Поживо хватит, собственно, да. Ну такой добряк, нахрен ему калаш с собой носить игрушечный. Слэш ми нажал на курок, слэш ми не нажал. Ну ладно, он пытался отыгрывать. В этом уже РП больше, чем на всех этих серваках, да, РП. На нем буквально держалось все это РП. Вот вы не знали об этом. Может, на военке есть кто-нибудь? Ну 100% должен быть. Походу да. Что за профессия у него? Наемник. Тут открыто. О. Типа последователь. Опа. Какого хуя у тебя человек связанный? Стоять у стены лицом. Развязывайся. И стой тут. Похищение. Он мой друг? Да, друг, которого ты к стене привязал. Ой. Долбоёб. Давай, пойдем со мной, пойдем. А кто у нас мэр? Мэр? Да, как обычно, наверное. Никто. Он у нас долго не живет. Сразу расстрел. Ну, вообще, да. Для мэра это, как я понял, вполне нормально. Все, вот мы и в городе, ты в безопасности. Не. Спас поинтереснее будет. Женщины, животное, фига. Что ты делаешь? Животное, блядь, ты охуел? Что ты делаешь? Что ты делаешь, ты животное? Обезьяна нахер.
пидорас мелкий, еще и убежал сыкливо по-быстрому в свою будку, блядь. Ушел раз. Ух ты, охуеть. Интересный ты человек. Давай гуляй, Вася. Блять, надо я тебе... Я тебя понял. Ой, я сверху встал. Я взрывы слышал, нормально все? Да нихуя не нормально, этот пидорас мелкий какой-то. А чё ты, хуесос? Ныкайся, блядь, теперь давай. Подождите, подожди, подожди, подожди. Отойди. Давай, блядь, танцуй, сука мелкая, давай, от гранат уворачивайся, пидрила. Танцуй, хуесос, танцуй. Да подожди, сейчас дай его пострелю. По-моему, он сдох, он сдох, он сдох. Сдох, ублюдок ебаный. Сэр, могу вам помочь. Можете рейд заходить. Съебался нахуй отсюда, ты чё? Ари, блядь. Ари, помоги. Открывай, я тебе голову вышибу. Открой нахуй. Раз. Открывай. Открой два. Открой. Открывай давай. Эту дверь открывай. Хули ты пришел сюда? Что я стою, жду. Чё ты ждешь тут стоишь? Я жду. Ушел отсюда. По какой причине? Ушел отсюда раз. Ушел отсюда два. По какой причине ты меня сейчас прогоняешь? Неподчинение. По какой причине ты меня прогоняешь? Сука, пришел сюда, опять же, блять, после смерти. Ну, после того, как я поиграл немножечко на бандитской профессии, посидел на душной разборке с душной наборкой, которая так и ничего не смогла сделать, я решил зайти на следующий день. Но кто же знал, что на серваке окажутся аж шестеро долбоебов, которые захотят что-то кому-то доказать или показать. За свое время игры на этом режиме я уяснил одно. Игроки на Dark RP мазохисты, им просто нравится получать пизделей, они без них как без пряников, я вас в этом уверяю. И речь даже не о том, то, что они просто хотят попасть в ролик какой-то медийки, но это все базисно, но не может же быть все так просто, тем более в таком режиме. Оказывается, тяга какую-то вытворять хуйню постоянно вызвана тем, что им просто нравится, когда их кто-то унижает и когда кто-то выставляет их дебилом на всеобщее обозрение. Но самое ржачное, это потом наблюдать за тем, как они недоумевают от того, ну почему же к ним все-таки прицепились, сняли на видео, выставили дебилами, коими они и являются. И если же они и в этот раз будут в непонятках от того, что же все-таки такое произошло, то вы можете смело показывать этот материал. В данном фрагменте они обсуждают то, что конкретно я на серваке, и нужно как-нибудь мне испортить жизнь. А вот ты говоришь помешать тебе поиграть, каким образом? Ну, они обсуждают открыто то, что меня нужно взять в заложники и что-то там, к примеру, со мной сделать. Просто чтобы насмехаться, повеселиться, пофаниться, хотя в Dark RP ребята по правилам берут заложников только ради одного – выкупа. Другие же обсуждают то, что на меня нужно сделать очень много заказов, чтобы я просто-напросто сидел на спавне, или же делать их периодически, чтобы просто помешать мне играть. Но они забыли несколько вещей. Первое, это то, что если ты берешь в заложники человека, тебе особо не важно, кем он является, кто он такой, тебе просто нужно получить деньги, а не просто взять в заложники чела, потому что он снимает видео на серваке. Это non-RP. Второе касается заказов на какого-то челика для наемника. Ну, должна быть, наверное, немножечко адекватная причина. В некоторых правилах это указано, в некоторых нет, но суть остается такой же. Если тебе челик чем-то насолил в данный момент за данную сессию, ты можешь с ним поквитаться таким вот образом. Но заказывать чела просто потому, что ты хочешь ему испортить игру, и оправдываясь тем, то, что это не нарушает правила NRP и RTM, я же принял заказ, и я должен его выполнить. Так не работает. Просить заказывать какого-то конкретного челика тупо из-за того, что это чел, который тебя когда-то там за что-то забанил и обосрал, ну такая себе РП причина. И третье. Деталь, которую они точно не учитывали, это то, что контент у меня строится на том, что я захожу на какой-то сервер, я вижу дерьмо, я показываю вам пальцем на это дерьмо, и я говорю, что это дерьмо, а потом это дерьмо баню. Поэтому, ребята, приятного просмотра. Еще за медика спецназонью, там голова вива. Я знаю. Как он нас забанит? Что мы зададим, где он нас раскидает? Мы все по фактам сделали. Если мы его сейчас ебнем. Ну, если поймаем, свяжем. Тихо. Изнасилуем, кого, блядь? Кого вы там хотите связать? Ребята, мы хотим связать его и изнасиловать. Да. В гачи-хом отвезти. Он в гетто на рабочий заходить не будет, потому что мы тут тусуемся, блядь. Да он боится реально в гетто заходить. Вот он там стоит?
Кто меня продамажил? По свет один скажу. Опа! Это скрипач, потому что. Да я твой уже понял, тут каждый второй уже об этом и говорит. Ну вот, они все хотят его заебать. Ладно, пусть сделают, мне это еще. Ну, тот сможет сделать у него заказик? Позор еще. Гол Виво. Так, давай сначала ты, а потом я. Сейчас, подожди, я тоже хочу. На кого? На него же? Ого! Вот это я насиделся на серваке. Пусть говорят, мы редко видим сейчас. Опять на меня заказ выполнен. Ладно, пойдем туда, посмотрим, что они сделают интересного. Привет. Ты чё? Привет, не дома в каче. Что ты говоришь? Не дома. Вот сейчас скажите, мы его ёбнем тогда, заложника, если ну типа похуй. Ну он ёбнем заложника или нет, ну блять, или чё? Крошечка, давай деньги. Они решат эти деньги. За тебя денег не могут дать, они у них нотка неопределенности в воздухе. Так, скиньте там по десяткам, дайте на деньги. Не-не-не, нам нужен человек. Человек нам. Нет, какая нам медик спецназа нужен. Нам медик спецназа нужен, гол Виво. Гол Виво. Вызывайте его сейчас через 911. Я тут, но я не пойду. Через командный чат. Да, он нам нужен. Или мы убьем заложника. Я тут, но я не пойду. Я тебе ноги сломал. Ну, здорово. О, Гиви, заходи. Гиви, заходи, у нас тут. Они, мы уже минут 10 стоим, пытаемся заложника получить выкуп, блять, они тупят что-то. А нам нужен человек лично, вот просто человек личный, просто нам нужен, понимаете? Гетто. Да, нужен гол. Нам Вива нужен, нам Вива нужен. Я не знаю, тоже просто я хуй знаю, что делать уже. Погоди с ним поиграть в БДСМ. А заложник до сих пор там, да? Я. Заложник. 7.03. Уже больше 5 минут. В 7.0. Ну, в 19.03, в 19.04 была запись о заложнике. Уже больше 10 минут прошло. 2 НРП у тебя. Признаю. А, окей, без проблем. Баньте. Следующий. Здорово, у тебя дважды НРП нарушено, потому что вы заложника не убили. 2 НРП? Да. Почему убили? Я убил, почему его? Ну, через сколько? Я убил, не через 5 минут, а позже. Потом спецназовец. В 19.03, 19.04 писали о заложнике. А там 10 у нас. Сейчас, вот. А так как Денчик, он может более 10 минут. Ну, до 10 минут его держать. До 10 минут. 19.04, значит, получается. Причем до 14 минут. А сейчас уже 24 минуты, а в 20 минут где-то его только бахнули. Вы все равно передержали. Ну, полицейские, но они пришли на выкуп, но все равно уже полицейские пришли на выкуп, но они что-то мусолили долго. Вот форма, выдавай. ЕМ, нижнее, подчеркивание, 0, 1. Не, стой, погоди, полицейские пришли на выкуп. Не, я себе сейчас выдам без проблем. Полицейские на выкуп пришли. Ну все, выдавай. Где там задержка была? Задержка это если никто не пришел на выкуп, мы просто так его держим. Если они пришли же на выкуп. Выдавай. У тебя микрофон зависает. Выдавай. Я понял, слушать не хочешь. О, вы тут, привет. Сейчас я форму раздам. Вопросительный окей. Знак. А за что вопрос? Нон-РП и РДМ. РДМ откуда вы, нон-РП откуда вы? Откуда вы? А у меня вопрос или у кого, или у Гиви? 20 минут. У меня вопрос. Если ты имеешь в виду заварушку, то что у вас там было, я там не существовал. 1-1. Я там подавно не было. 1-4, да, кажется. Да, я никого не РДМил, я да, только раз выполнил, которые были, и все. Так что, по сути, я с этим не согласен. Тут. А, еще и НЛР у него идет. Я 1, просто 4. Не понимаю, у кого РДМ, у кого нон-РП. Потому что я даже сейчас персонажа полностью РДМ, когда там ненавижу. Банности ИЕМ нижнее, подчеркивание 0. Ой. 0. Там вместо 20 минут 30 надо, подожди. 5379 2 Это Юджа Сенг. А тебе
за что? А какой нон-РП? Стоп, можешь объяснить? Нон-РП причина заказов, поэтому, получается, заказа, считай, не было, потому что нету РП причины для этого. И плюс ты еще взял по-быстрому профессию, чтобы конкретно побегать заказывать одного человека. А РДМ за что? И какой это? Чего? Потом... Два убийства. Ладно, хорошо, но НРП, а за что мне этот... Пять часов. НЛР. Я просто не понимаю, НЛР откуда взялся. Я там вроде даже не лэрил. НРП. 1-1-X2. Существовал там не в жизни. Но НРП хорошо, окей. Плюс 1-4-X2. Ну, плюс 1-4. Ладно, хорошо, сейчас. Все, и тебе вот форма. Давай, выдавай. Не, Прия, у меня вопрос, откуда у меня РДМ? У меня вопрос, РДМ у меня откуда он? Меня просто интересует. Ну, ты просишь, бегаешь заказывать одного конкретного челика и... Но это не считается как РДМ. Это на НРП идет, по сути. РДМ, если бы я убил людей без причины. Разве нет? Не. Причина килла какая? Ну, само же правило РДМ написано. Ну, заказ. Заказ, который ты сам попросил сделать дважды на одного и того же человека. Ну, я не хочу спорить, бессмысленно, выдавай. Нет, ну я спорить-то не буду, я просто как бы уточнил то, что там само написано то, что это идет как просто... Я понял, меня не волнует уточнение, выдай бан себе. Заказ, это больше... Бан относится. Выдай себе и быстрее. Окей. Давай, быстрее, быстрее. Окей. Можешь еще раскинуть, пожалуйста, форму? А у тебя выходит 2 нон-РП за то, что вы заложника передержали, и второе, то, что ты намеренно одного и того же чела помогал заказывать. Посмотри, тут негр человеку угрожает. Я сейчас, была бы вебка, я бы задокументировал, как женщина на человека нападает. Не бейте! Я, правда, не понимаю, на что они надеются. О, ух ты. О, с АДМ еще. А я-то думаю, блядь, чё ж я упустил? Там, ну, нарушил. Зато я виноват, оказывается, в том, что ты нарушил. Правила РДМ как-то неправильно он знает, но да похуй. Тикет писать смысл есть, блядь. Но этот вроде бы не обзывается. Кто еще раз назови никнейм? ГВД, у него получается 2 нон-РП, 1 РДМ на 5 часов выходит. ОС АДМ и метагейминг. Часов 10 его будет, правильно? Да-да, просто добавить к этому, да, добавить к 5 часам еще вот эти 3 от ОС АДМ и все. Ага, шея. Не согласен с вами. А чё ты не согласен? Не согласен, тикет напиши. Но вам бог. Но ты главное не забудь еще проплакаться о том, какой я плохой. Ты ж сам бегаешь за мной, нарушаешь и специально портишь игру, а потом удивляешься, что у тебя нарушение. Ничему жизнь не учит. С РДМ не согласен. Забанить его на 8 часов, верно, да? Да, 8 часов. Так что так. Расскажите, кто знает, почему я перестал видеть тикет.